Здравствуйте, будущие мастера! Продолжаем мою серию видеоуроков. Сегодня у нас такой довольно полезный именно с практической точки зрения, да, такой урок про смещение с линии атаки. Я вам покажу, как это, да, в боксе называется сайдстеп. Также в секретных единоборствах это называется тай-собаки. Это не тайские собаки, это просто название тай-собаки. Да, мне само это было интересно и смешно. Но чего люди не придумают, чтобы затянуть в свои секретные школы. Но суть это все одна и та же. Это просто уход с линии атаки и продолжение своей атаки или для смягчения удара. Как это все будет, сейчас вы увидите. Теперь я объясню, как это делается, да, смещение с линии атаки или сайдстеп в боксе, но это с ударом в основном делается, у нас немножко другая специфика, или тай-собаки, да, как в восточных единоборствах там называют это все. Ну, по сути, это просто смещение. То есть, в начале, да, основная ваша задача — это уйти с нападающего, да, противника, который нападает. Например, если это ваша идет атака, да, неважно, то есть вы там пробили двоечку или бросили лоу, противник все равно будет отвечать. Какой бы он ни был, ну, он будет отвечать. То есть в боксе обычно стараются закрутить, зайти за спину, постоянно двигаться. В тайском боксе более прямолинейная работа, то есть фронтальные стойки, да, жесткий обмен ударов, стараться ногой достать, рукой бросить. Меньше идет смещение, но это тоже очень полезно. Как бы для рук посмотрим. Я свою двоечку вставляю, противник отвечает прямой, я ухожу. Видите, то есть удар идет прямо, да. Я ухожу с линии атаки и сразу ему отвечаю своим ударом. То есть я могу ответить сразу рукой, пригрузить и в открытый корпус потом добавить колено. То же самое под левую руку. Я так начинаю и сразу ухожу. То есть противник перекрывается, у него видимость ограниченная. Но он старается мне ответить, то есть в любом случае. И отвечает он в ту зону, откуда наносились удары. То есть он меня прямо видел, он закрылся и туда же отвечает. Я не жду его ударов, я делаю сразу. Раз, два и сразу смещаюсь. Когда он уже отвечает, я уже сместился. И здесь уже отвечаю. Или прямой, или под руку в корпус. То же самое работа идет на ногах, когда противник нападает. Принцип тот же самый. Или он нападает, да, с ног фронтом меня старается достать. Я ухожу с линии атаки. И здесь у меня отличные возможности для ударов ногами, руками. Он стоит боком, ему неудобно. То есть я как бы со спины немножко сразу под бьющую ногу могу лоб пробить. Могу в корпус пробить ногой. То есть вариантов у меня много на левую. Так само левый. Я ухожу, сразу заряжаю ногу на голову. Сразу могу с подшага опорную загрузить, пробить. То есть варианты у меня довольно хорошие. То же самое, когда противник руками нападает, двоечку. Я тоже ухожу сразу, его немножко провалю. И здесь могу тоже сделать свои атаки. То есть это и есть как бы смещение с линии атаки. Но это используется довольно-таки опытными бойцами. Потому что надо переключить себя в смысле, что надо убегать, да, то есть обычно, когда идет атака, стараются просто отходить, но вся фишка в том, что далеко отходить не получится. Вы ограничены или рингом, или улицей, да, где есть стены, деревья, там, бордюры какие-то, то есть и постоянно пятиться не всегда получится. Если же вы постоянно смещаетесь, да, по кругу, вы остаетесь на каком-то круге промежутке, но противник за вами гоняется. Он устает, но он гоняется все равно за вами. То есть давай, прямые просто. Не туда. То есть вы уходите по кругу все время, смещаетесь, вы не даете ему, так сказать, входить в жесткую атаку. Потому что идти в атаку постоянно вокруг себя очень тяжело. А если идет работа по прямой, подойди поближе, закройся просто. А если идет работа по прямой,
то я могу давить до тех пор, да, пока он что-то не вляпается или куда-то не встанет. То есть пошла его атака, а он только заткует. Все, я пошел в атаку. И все, он стоит, он или принимает, или все выгребает. Как только он куда-то поджался, сразу колено вставится. Или сразу нога отобьется. То есть поэтому смещение — это один из важнейших таких элементов именно ухода от атаки и работы на контратаке. Так же как и от ног, так же как и от рук. Поэтому отрабатывайте, работайте, занимайтесь. Мы заканчиваем наш видеоурок. Ведите здоровый образ жизни, трезвый образ жизни, занимайтесь спортом, поднимайте здоровую нацию. Проходите по ссылочкам в конце видео, там вас ждет и очень много интересных подарков, классных видеокурсов. Если вы хотите более детально изучить тайский бокс, там есть специальный видеокурс для этого. Подписывайтесь на канал Muay Thai CK. До встречи в новых видеоуроках. Удачи! Порывы взять бурстру, поставить на прицелы. Из моей гробности я становлюсь целым. Полет тысячу крушений держит свою цену. Из моей гробности я становлюсь целым. Порывы взять бурстру, поставить на прицелы.